Я снова всех приветствую, друзей, подписчиков моего канала, а также новых зрителей. Вы на канале «Ракетная программа», и в этом видео я покажу то, чего удалось добиться за это время в плане запуска моего самодельного пульсирующего реактивного двигателя. Погнали! Установка оборудования съемочного, а также необходимого для запусков. Хомут затянут. Какие у нас нововведения здесь? Новый баллон 5-литровый. Это позволит нам иметь постоянное сильное давление. Электроподжиг. Покажи сюда ближе. Совершенно новый. От электрошока у нас есть элемент. Тумблер. Зарядное устройство и батарея. Абсолютная мощь. И аккумулятор. Все, хватит сидеть, давай запускать уже. Эта попытка оказалась неудачной. Она подавала самые большие надежды, вся эта система. Инеем покрылся. Как оказалось, проблема стабильной работы этого двигателя кроется не только в количестве подаваемого газа, но и в самом способе его подачи. Все эти трубки, которые я наваривал на двигатель, на камеру сгорания, оказались не нужны. Поэтому я решил сделать две трубки, вставил их во впускные патрубки и также учел возможность регулировки глубины подачи газа. Пришло время нового испытания. Удачного ли? Все. Надеюсь, все получится. Приступаем к запуску. Тяга неимоверная, нужно держать по-любому. Только он ничего не двигает.
похоже, у него совсем нет тяги. Нет тяги. Собираемся в спешке. Охлаждаем сию конструкцию. Вот и настало время вечернего запуска. Все разложили. Все готово к запуску. Зажигание. Воздух. Сегодня все. Ну, тут мощно. Да. И красиво. Только тяги нету, это меня больше всего волнует. Все. Дальше пока сегодня нет смысла испытывать. Надо добиваться тяги хоть какой-то или измерить ее, чтобы было интересно. Красота. На сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие видео испытаний. А также оцените это видео, понравилось оно вам или же не понравилось. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.